видите? Это я сфотографировал с экрана. Что получилось? Да, страшная рана. Посмотрите сюда, видите этот росток? Его будет приказано уничтожить. Да? Я уже сколько примеров приводил. А насчет лечения? Не надо никакого лечения. Любое лечение, только сократить жизнь дерева. Я все это знаю так, что готов уже это голову на плаху положить. Еще раз, прием на работу на телеканал. Может быть, не зря двое суток уже не работает. По крайней мере, на моем экране нет этого телеканала. Там много того, что, в общем-то, без этого могли обойтись. В каком-то отчаянии телеканал «Усадьба». Вот интересно, по России он или только выбросил. Знаешь, что такое это телевидение, которое мы называем спутниковое? Кто-то где-то решает, а их же там сотни этих разных волн. Какие показывают, какие нет. Может, случайно два дня не показывают. Но именно неделю последнюю показывали садоводство. Где? Вы думаете, это так важно? В Австралии. Первое, что я видел, стоит возле абрикоса. Ну и понятно, 1,5 метра голый штамп. Но в Австралии теплее. Я это стерпел. Потом у него вот так пошли ветки. Он берет одну из пяти, вот так просто взял и отрезал. Осенью. Просто взял, отрезал, бросил и пошел другие дела рассказывать. Ну вот ни хрена себе технологии. А ты в Сибири так сделай. Прощай, дерево. Вот. Показали. Но если бы хоть когда показывали, ну, были бы какие-то комментарии, сноски, чтобы кто-то, человек вроде меня, сказал, знаете, ребята, очень познавательно, но давайте мы все-таки не будем отпиливать абрикос осенью. Посмотрели, спасибо автору этого фильма. И вчера опять показали, ой, позавчера опять показали. Вот. Это невероятно то, что я смотрю. Потом тут голос, вроде английский, думаю, да что ж такое? Это где у нас по-английски говорят? А у них у нас своих сюжетов нет. Давай показывайте иностранные. Ну, спасибо. Удружили. Вот она. Заметьте, не сверху резать, сохраняя нижнюю часть. Вот. Помните про стекольщика? Один бьет стекло, другой вставляет. Так. 8 правил обрезки груш. Наверное, пропущу. Уже который раз. Вот все еще на крупнейшем канале царствует все та же выпускница Тимирязевки. Вот. И уже несколько дней назад опять. Так, делаем штамп. Дерево больное, иначе бы не это. Дерево больно, иначе бы его не поставили бы фотографию и не спросили бы, а что же делать, как спасать. Опять отрежем сверху 60 сантиметров. Не могу уже вот это вот самое. А вот это вот фотография, знаешь, что это? Ну-ка, прочтем, мне интересно. Это Сергея Груша. А, Чижовская, Чижовская. Давайте разберем получше. Итак, стандартная вещь. Горшок, вот они, корни, видите, это сердневые корни, которые вылезли за пределы горшка. Вот так. Вот он горшок. Вот тут прививка. Вот. Прекрасно следов. Это по стене имеются ранки, где подвой сходит с приводом. Получилось. Ну, естественно, никто тут ничего не калечил, никаких штампов искусственных не делал, ничего не отрезал. С этого места пошла развилка. Вот это, наверное, центральная ветка. Так. Вот это одна боковая и вторая. Вот, я видел такой же саженец в руках специалиста вот этого телеканала. Или еще того. Стоит, держит в руке. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вместо всего этого я бы предложил вот здесь вот где-то посередине сделать, отрезать. Раз, два, три. Вот эти три скелетные ветки. Ну, четвертая так себе. Вот. Это даже вот раз, два, три. Вот так отрезал. Теперь приживаемость стопа, да еще в горшке, 100% гарантирована. Невозможно представить, что этот саженец, будучи посажен, возьмет и умрет.
Единственный вариант, ну, это 1-2%, это попадание в гепатогенную зону. Вот. Ну, то есть, получается, посади 100 таких, 98-99 будут прекрасно расти и никогда не погибнет. Вот оно совмещение с уссурийской грушей под боем. Вот он прекрасно вырос. Вот. Рос он то ли год, то ли два, сейчас черт поймешь. Вот. Потому что тут должна быть, если двухлетка, то должна быть, а вот тебе не видно. Где-то ранка, что ее чикнули, и на второй год она пошла уже раз это. Может быть, первый год она была одна веточка. Тут не понять, но не в этом дело. Вот это нормальный саженец. Вот. А то, что вы видели там, это не саженец. Я бы законодательно вообще запретил с голым это. Не только, нет, с голым кореном можно, но хотя бы без каких-то стандартных действий. Даже обрезка. Обрезка кроны обязательно. Не вот это вот, нижняя часть. Вы знаете, там еще есть несколько фотографий, я их снимал подряд, экраны движутся, чик-чик-чик-чик. Старое, больное, полностью покрытое этими самыми лишайниками, полностью и грибами дерево. Ничего, вот тут, даже тут, вот смотрите, видите, вот под ее локтем, видите вот эту часть дерева, вот эту ветку не, тонкую. Это зеленое все, оно, какое ты взяла право дерево не дать умереть спокойно? Ты на наших глазах сделал 30 или 40 ран, вот так вот, одну за одной. Все, что доставала рука. Ну, специалист, лингвист. Об этом, ну и тут как и плюс, и минус, рассказывает сам алтайский садовод. Видите, я уже без фамилии. И вот он пишет, алтайский садовод. Запали мне в душу слова к Ате Мирязевой. Если, внимание, эта фраза одна из самых старых, это так же, как гениальные люди придумали атомную бомбу, не зная, что она уничтожит сотни миллионов японцев, детей, женщин, сотни тысяч. Вот так и тут. Знал бы он вот это. Ему запали слова Тимирязева. Если на лист растения не упадет лич солнца, то его почка останется бесплодной. А теперь смотрите, это один из тысяч. Это во всех этих академиях, университетах, институтах, везде и всюду. Везде одна вот эта фраза. И дальше. Это он статью пишет. Сибиряк. Посмотрел с этой точки зрения на свой сад и увидел. Сколько же теней в саду? Деревья огромные, кусты мощные. Тени внутри деревьев много. И сами они затеняют друг друга. Приступил к большой работе. Решил разрядить кроны, открыть каждую веточку, каждый листик солнца. Вот так вот. Горько, ребята, горько. Вот это и последователи. Подумаешь, ни одного дня не училась садоводству. Ума-то не надо, секатором. Ногти же обрезает, значит, секатором можно. Вот это уровень. Ну, взял я недавно, еще месяц, да, месяц не прошел, специально сделал эту фотографию. Всегда, когда нас призывают укорачивать ветки, они понятия не имеют, что будет потом. Как вот это вот отрезать? Это значит, что они учителя липовые, а? Вот что после обрезки-то бывает. А там же, мы же, слушай, сколько, еще не все показал. Каждый год надо это укорачивать, каждый год укорачивать все ветки. Одна эта фотография, и хватит бы всем студентам всей страны. А вот это я не помню, ребята, показывал, нет, мне нравятся такие эти наблюдения. Вот. Опять я студент. Я могу получить двойку и вообще я тем, кто эти вещи не знает, и диплома бы не давал. А он не в жизни догадается, современный студент. Откуда вот эта парша взялась? Вот еще не парша. Дальше будет гнить, тогда появится тут это. А это всего лишь тень от этого самого, от этого листика. Солнце жгло, где попадало,
Вот как здесь, видите, все по Тимирязеву. А здесь получилась вот такая вот. Естественно, что чем гуще, тем больше тени, тем у деревьев больше таких уже, ну, назовем их не совсем здоровых яблок. Я сам снимал в своем саду, фотографировал, показываю, доказываю. Вот. Но если верить всему вот этому, все, что здесь написано, так, то получается, что на самом деле у него, у дерева происходит следующее. Появляется тень, и деревья перестают там, где тень, ну, или яблочки получаются корявенькие, и даже вот с паршой, червоточины. Чем слабее иммунитет, тем больше тогда ура, теперь уже залезет туда тот же самый червячок, вот. Ну, в данном случае червячок плодожорки. И сожрет его, оно уже потеряло иммунитет. А еще проходит год, и там вообще нет. И уже, вы знаете, если я еще говорил, голый как коленка. Первый год на самых кончиках яблоки повисят. Об этом многие не знают, заставляя каждый год отрезать, уничтожая значительную часть урожая. Еще покажу, я еще фотографию доделал. Уже на однолетних приростах висят яблоки. На двухлетних там много плодушек, на трех. На четырех уже пошли отклонения. То есть сама ветка уже голая, как коленка, но она уже в свою очередь дала веточки. И куда они пошли? К солнцу, наружу, наружу, наружу. И не надо лезть в это дело и отрезать часть деревьев, да еще рано на кольцо. Это что же у них святое? Просто переходит на наружные части, на это, плодоношение. И так оно и должно быть, вплоть до 100 лет, если дерево 100 лет. И калечить ничего не надо. Единственное, может быть, пытаются удержать в каких-то деревоградницах. Но тогда не только границы, но еще и срок годности у них короткий получается. И чем больше ты калечишь дерево, удерживая в каких-то границах, вот как здесь, да? Видите? То там получается иммунитет хуже. И поливать все больше ядами, и больше, и больше. А идеал вот в моем саду. Ничего не поливаю, ничего не удобряю, ничего не опрыскиваю. Вот. Вы думаете, я испугался это в моем саду, что вот так получилось? Вы думаете, что сейчас пойдет сюда? Уже, наверное, не пойдет. Когда я начну вот эти веточки отрезать на прививку, эту. Возможно, пойдет ниже. Но это искусственное умерщвление ради жизни на Земле, я так уже называю. Вот. Да, я вот специально потом взял, вот это написал про человека, который Тимирязев в гробу будет переворачиваться, потому что миллионы людей после его этих слов начали уничтожать деревья. В прямом смысле уничтожать. Плюс миллионы ядохимикатов. А я проще считаю. Я против себя работаю. Вот, пожалуйста, яблоко уже, оно не товарное, его не продашь. Его листик этот защитило сото, значит, оно уже больное. Так нет. Но это другой предел. Куда все деться? А теперь стихи моего друга. Опять получается, что надо немножко лирики. Вся моя эта бобротехника построена, дело все наоборот, или лучше что делать? Вот. О Боге. Я в сад великого садовника вхожу. Бог, великий садовник, где жизнь единством всех пространств струится. Я в души родственные семена любви сажу. Я сам садовник, только мне учиться да учиться. Сергей Иванович Шуфер, 2005 год, прислал мне эти стихи. Спасибо, Сергей. Они очень кстати. Почему? Мы все время о Боге забываем. Все время. Тимирязев решил, что Бог ошибся, что неправильно распределяются лучи солнца, неправильно растут деревья. Но он не знал, что такой финал будет. Мне бы хватило 5 минут, чтобы его попросить. Пожалуйста, никто не отнимает ваши эти самые
Достижение. Вы гений, вы гением останетесь. Пожалуйста, вот это не пишите нигде. И не говорите на лекциях. Вот это не надо. Да, гениальное наблюдение. Но покуситься на божественное творение, что после этого оказывается, что на всей планете нет ни одного правильного дерева. И все, что мы посадим, надо... Вы где-нибудь видели, что это редко-редко, там где тень, там дерево тянется, бывало 1,5 метра, да, а потом развилка. Вот я вам показывал такие деревья. Но вы посадите его, чтобы со всех сторон было солнце. Со всех сторон. И у него штамм будет на высоте 5 сантиметров, 10, 20, пусть 40. Это зависит уже от конкретного дерева, от конкретного сорта, от того, где оно родилось, где оно миллионы лет формировало свой этот, в каталог. Убедил бы я тебя, Рязева, гений, это как не убедить? Ну как теперь убедить тех, кто берет и считает, что каждое дерево, как это... как попугаи, как эти самые, выпустились эти мяжики. Обязательно, уже просила, говорит, не преследуйте меня, уже же, видимо, и показывается, как я над ней это. Вот. Хватит на то издеваться, прекратите, это мой адрес она. Ну ты прекрати, ты про эти 60-90 сантиметров стам-то. И тебя же тысячи людей все это. Нет, обязательно. Действительно, была бы хоть этого польза. Чтобы штамм искалеченного сраными деревом, ну не может, вот варианты, или калечим, и она проживет, а если не подойдем, не будет ни много лет, не будет ни деревьев у этих, ни плодов, ничего не будет. Но это все неправда. Я сам садовник, только мне учиться да учиться. Что, я это не вижу? Я прекрасно вижу, что там, где тень, там уже это, неполноценное яблоко. А дерево все равно калечить не буду. Вот это интересная вещь, ребята. Прислали из Питера, растет на улице. Господи, совсем не потеряли, а, питерцы? Эх, вы. Уже давно бы на запчасти разобрали бы. Уже бы это дерево, каждый год можно было черенки срезать. Каждый год. Уже этим персиком зарос бы весь этот самый. Все сады в Питерской области и вокруг Питерской области. Ленинградской области. Я не понимаю, как можно так? Вот прислал, прямо на улице растет. Совсем нюх потеряли. Так. Ну, что такое, как можно за 10 лет сгноить деревья? Для этого нужно их посадить без обрезки, не имея понятия. По-прежнему машины давят, нет, по-прежнему ураганы на всех улицах всех городов. Деревья 20, 30, 50 лет давят людей, давят машины постоянно, постоянно. Вот понятие, как правильно посадить дикорос, вот, и заодно и не калечить его. Такого нет. Это только вот теперь видно. Их 6 утра. Звон стоит. У меня балкон открыт. Все открыто. Дайте спать. Выскакиваю на улицу. Злой, как собака. Вот. Тут-то мне равных нет. Это, в моем городе. Любого морду начищу. Вот. Выскакиваю. Кто вам это самое разрешил пилить здесь? А вон... Старшая стоит в сторонке. Я говорю, вы что, а вы посмотрите, они гнилые. Я луп-луп глазками-то. Это я с просонья-то обратил. Они точно гнилые. И завтра, а это же детская площадка, видите, что это площадка детская. Завтра кто-нибудь раздавит. И сказать нечего. Мне сперва садим. Это не важно. Хоть дачи, хоть. У нас есть институты леса, у нас есть лесоведение, у нас есть экология, у нас чего только, биология, чего только нет. Но до сих пор не только в садах не умеют деревья садить. Уравнять корни с кроной, чтобы не было так, что из корева... Только они посадишь дерево, смотришь, они их назвали, знаете как, длинномеры. То есть продать за год, два, три не смогли, продают 5-8 лет, корни искалечены кое-как, выкопали, вырубили, вот,
Никому в голову не приходит отрезать хотя бы половину кроны, посадили, уже все. Уже калека, оно уже кое-как растет. Потом год-два, я же любуюсь на такие вещи. Каждый третий мертвый, остальные вроде прижились. Но разницы принципиально между мертвым и живым нету. Там нет живое и мертвое. Там есть мертвое, а которые живые, они не живые, они полумертвые. А потом она мне как сказала, говорит, ну а что делать? Они же упадут. И я заткнулся. Но с самого начала посадить нормально, это такое, в голову никому не приходит. Почему? Не знают, не умеют, нигде этому не учат. Ой, сколько потом научится. Ой, что такое теория во всех институтах? Я знаю по своему институту святых металлов. 90% даром не нужно то, что нам преподавали. Никогда. Оно не добавляет ни ума, не добавляет ни знаний. Это просто, чтобы два последние ночи и быстрее, пока не расплескал на экзамен, скорее еще помнишь что-то. После экзамена на второй день уже не помнишь. И это везде. Это же в тех же самых. Елена Александрович. Агроуниверситет закончила. Золотой адрес. Как это? С красным дипломом. Все пригодилось. Полмиллиона участников. Долго мучилась, пока соседка не подсказала, как защитить плодовые деревья от муравьев. И это должны вот эти все люди смотреть ее опыт, как соседка научила защитить от муравьев. Пропускаю, уже не могу, а то мне сейчас схватит этот самый. Кто пробовал, поделитесь. Вот. Другой раз, пожалуйста, хотите вот этих участвовать в этих дебильных самых, вот как называется, комментариях. Ой, пожалуйста, пишите вот это. Это я вас как бы инструктирую на правах старшего. Если не калечить деревья, нет тли, если не калечить, запомните. На грушах, абрикосах, сливах, венгерках, вишнях, черешнях, войлочных вишнях, персиках вообще нет. Вот. Вот на вишнях все несколько раз видел. Но это из этих самых, из миллионов листьев, если за все годы. Следующее, я вам показывал. Это уровень тех, никто продает. Продают мошенники. У них на одном дереве растут яблони, груши и персик. Правильно смеетесь, правильно смеетесь. Но это вы смеетесь. А кто людей отучит, тех, которых это в институтах учили, чем черви отличаются на нескольких страницах? На нескольких страницах сотни непереводимых терминов, что касается организмов червей. Хватило бы одного, черви едят, перерабатывают листья. Точка. Их нельзя трогать, их надо обеспечить максимальную эту. Не тронуть дерн, вот. То есть всего 2-3 абзаца. А там дебильные для этого 7, 8, 9, 10, 11 класса. Биология дебильная. А потом они что думаете? Вот 126 тысяч подписчиков. Вы что думаете, они не купят, не захотят иметь на одном дереве персик и яблоко? Персик и грушу. А? Это я искал их, вот эти. Ну, сами понимаете. Голь на выдумке хитра. Ну, дальше. Сейчас мы, ой, половину опять не успеваю. А столько там интересно. Все никак не могу добраться до этого, до Лысенко. Жалко, там много интересного. Клюнула птица. Оно же. Наблюдал. Оно же. И сейчас висит. Видели фильм? Снял вчера. Видели, я возле него стоял, возле этого дерева, оно еще до сих пор висит. Вот. Жалко, что у моего брата у Железова, Юрия Владимировича, фамилия Железов. Была бы другая, Иванов или Петров, он бы взял бы вот эту фотографию, я могу ее выслать, да? Вот, он мог скопировать, выслать ему. А он возьмет ее, например. И вот там же, где учат эти самые, что где деревья неправильные, их надо сделать правильными,
взять и повесить. Вот. Я еще смог, Юрий Владимирович, по другой фамилии, не по своей. Вот эту фотографию могу тебе десяток других послать. Но уважаемые гости этого самого канала, будьте здоровы, подскажите, что мне делать? У меня это яблоки гниют. Ой, что будет? Ой, что будет? Вот. А у меня ничего не будет. Не опрыскивайте. Не... Там, понятно, заставят опрыскивать. Штамп сделать заставят. Просто поприкалываться можно было бы. Вот. Много чего там узнают. Еще и между собой поссорятся. Каждый будет, кто умнее. Это они любят. Это уже другое яблоко. И опять вначале птичка напилась. Вот. Видите? Вот с этих ранок все начинается. Любую болезнь придумают. Но правда никто никогда не напишет, потому что они не знают. У них в садах яблок нет сладких.